Сразу два казачьих общества собрались для подведения итогов года. Это Станичное казачье общество Центрального района и Хуторское казачье общество Отечества. Необходимо было оценить итоги своей работы в летний период и наметить планы на будущее. Вклад казаков в охрану правопорядка не только в нашем городе, но и на территории Краснодарского края, конечно, сложно переоценить. Казаки совместно с сотрудниками полиции, мало того, что выходят на охрану правопорядка, они участвуют и в охране общественной безопасности при проведении всех культурно-массовых мероприятий на территории города Сочи, и спортивных в том числе. Уже сейчас казаки продумывают, как будут помогать городу в период проведения чемпионата мира по футболу, а он начнется 15 июня и продлится целый месяц. Ожидается большое количество гостей курорта, и тут, конечно, без активности со стороны казачьих дружин не обойтись. Кроме того, казаки выбрали в своих обществах новых атаманов. По уставу выборы проводятся один раз в 5 лет.